хозяїв. Ми ж хозяїв. Да, да. Со мною два хозяїв. Добрый вечер нашим зрителям в эфире 9 канала программа «Доживем до понедельника». В студии Евгений Гендин, Григорий Гельфер и я, Елена Кальянова. Добрый вечер. Добрый вечер. Не перепутала. Объявляй. А что значит, про нашу связь на Фейсбуке. Да, а телефон у нас есть сегодня? Телефон у нас всегда есть. 370-3101, прямой телефон наш. 370, да. Да. Понятно. Фейсбук, у нас страница, я надеюсь, тоже ее выведут сейчас на чистую воду, нашу страницу. Вот как раз телефон. Да, доживем до понедельника. В Фейсбуке, я напоминаю, вы в течение недели можете задавать нам вопросы, и в течение прямого эфира, а сейчас 18:31, тоже можете задавать вопросы. Да, ну и на самом деле еще сегодня утром я думала, что у нас одна главная тема сегодня будет, это Оскар Ди Каприо. Ну, потом как-то вот... Я рада, правда, я рада. Ты не в бешенстве. Ничего, да, ничего да. такого, но просто, да, он заслужил. У Кальяновой постер Ди Каприо висит уже 55 лет. Неправда, это неправда, он слишком молод. Вот, ну, потом все-таки историческая сессия сегодняшнего горсовета, она перекрыла все имеющиеся новости. Но давайте по порядку. На Кальяновой деле, постер сессии висит. Хватит уже вот да. наушники. На самом деле, я надеюсь, что решение сегодняшней сессии все-таки не отменят, потому что она состоялась 29 февраля раз в 4 года. Ее не могут отменить. Да, конечно. Ну, надеемся на это. Давайте обо всем по порядку. Темы больших, две темы сегодня обсуждаем. Одна переходящая в другую. Плавно переходящая, коалиция и сессия. С Оскаром мы покончили. Нет, не покончили, нет. А, ну давайте, я хотел сказать, что фильм, да, с Ди Каприо, который называется «Выживший», мне кажется, что вот сегодняшний горсовет, вот он, в общем, именно «Выживший», потому что, на самом деле, вопрос его существования, он еще совсем недавно был, ну, под большой по угроз. Оскару добавить. Второй фильм еще получил номинацию как лучший фильм «В центре внимания». Да. Тоже относится к нашему горсовету. А за «Марикон» ты рад, кстати? Да, да. Музыка да. чудесная. Я рад за «Филатова» и «Марикона». Вот, но я все-таки о «Выжившем горсовете». Значит, на самом деле, в среду состоялось вот такое главное до сегодняшней сессии событие. Это встреча большой, значительной части этих каких депутатов, да, которые потом были объединены в коалицию с губернатором Днепропетровской области или там с главой администрации, да, Валентином Резниченко. То есть там такой уютный зальчик вот с какими-то такими креслами, собрались депутаты. Из боковой дверцы вышел, значит, Резниченко, и в принципе он говорил достаточно такие внятные вещи. Он сказал: ну, ребята, я вам больше даже не как губернатор, а как житель Днепропетровска. Вы уже задрали. Это так и сказал? Может быть, там не так, но смысл такой, что когда вас избрали, значит, сколько времени прошло, и ничего не происходит. Говорит, я, честно... Делайте что-нибудь. Что-нибудь делайте, а то, может, или введем там правление президентское, или какое-нибудь там, в общем, или перевыборы, чего вы хотите. Но там самая страшная угроза была из уст губернатора о том, что каждому из депутатов вам придется лично отчитываться перед каждым избирателем. А там избирателей тысяч по 10, так что там сложно. Устанете отчитываться. Вот, короче говоря, и в общем, его слова, они достигли результата. Он говорил, значит, ну, и на камеры, и депутатам, которые собрались. И в результате, значит, 35 депутатов вместе с городским головой Борисом Филатова поставили, значит, подписи вот о том, что они создают конструктивную коалицию большинства, пусть не критичного, но все-таки 35 такого, это не 34. Такого, да. И, в общем, все, кто там был, поставили подписи. После этого, понятно, началось там бурление, но сам факт состоялся, потому что, ну, была фракция «Укроп», были, значит, ребята из «Самопомощи», и было вот 8 человек из оппозиционного блока. То есть, как он разделил? Фракция, ребята и человек. То есть, да. Уже идут... понятно. Мы едины или вы не едины? Не, ну, мы разные, но вот объединились. Там еще вот отщепенцами вот... называли. Ну, называли по-всякому, но, тем не менее, вот люди как бы объединились после призыва губернатора ради города. И, в общем, это тут нету иронии, это правда, потому что, ну, действительно, город
устал, и чтобы он тоже выжил, надо, чтобы городской совет работал. Понятно. Потом же была пресс-конференция в горсовете, да. Вообще, надо сказать, что я всегда говорил и писал об этом в Фейсбуке, что после выборов, да, жизнь не заканчивается. Но мы этого же мало. Мы хотим, чтобы она началась еще. Вот была пресс-конференция, где был как бы мэр, и вот это не вот... Не как бы мэр, как а мэр. Где и коалиция... Я придирался к словам, теперь к моим словам. Был законно избранный городской глава города Днепропетровска, так на новостях обычно говорят, Борис Альбертович Филатов и коалиционное большинство, созданное в этот день депутатами Днепропетровского городского замечательно, совета. Замечательно, суперлитературно. Вот, да, я, значит, надо сказать, что достаточно на... Филатов же, к нему же были претензии, что вот он редко выходит к журналистам и так далее. Он там это все объяснил. Вообще, надо сказать официальным языком, что Филатов был такой, достаточно собранный такой, жестко няшный такой, на драйве. Давайте вот посмотрим фрагмент, где он в том в частности объясняет, что было и почему он как бы не выходил к журналистам. Я надеюсь, видео, пока я говорю сейчас, вот нам покажут, видео подготовили. И вот сейчас вот мы это видео вот увидим, как вот Филатов... Номер один, видео. Еще раз хочу сказать, что эта коалиция, которая создалась сейчас, а он же говорит же, что в первую очередь из здравого смысла. Безумие и вакханалия, которые определенного рода политические силы пытались внедрить в жизнь нашего города, должны быть прекращены или на них должна быть поставлена точка. Если вы заметили, я намеренно не выхожу на пресс-конференции, я намеренно не даю никаких брифингов, я намеренно ничего не комментирую, в отличие от некоторых товарищей, которые даже ужалятся в прессе и говорят, что у них есть какие-то СМС. Я просто еще раз хочу сказать, что если бы я рассказал о всех перипетиях политических договоренностей, то город пришел бы в ужас от того, что эта публика, которая является фактически ворами и мародерами, и как она нам выкручивала руки все это время. У нас есть уже... Вот, то есть там же действительно, как бы он рассказал, как достали, как выкручивали руки. Понятно, там святых, насколько я понимаю, у вас в горсовете... Их вынесли. Да, их вынесли, да. А вот эти 35, вот, а на следующий день 34. Но действительно же был шантаж, действительно были такие, в общем-то, хотелки. Ну, люди привыкли совсем иначе жить. Вот, я еще потом расскажу про реакцию там на Черяны с Барской. А что случилось? Было 35 депутатов в первый день, когда состоялось подписание, потом на следующий день их стало 34. Это и есть вот эти качели, да? Ну, это сложные политические игры. Я потом вспомню, как я учился на мехмате. Это дает право считать работу депутатов крайне важной, потому что вот практически каждый... И крайне опасной. Как, поименно, да. Каждый в буквальном смысле может стать последним. Этих саперов, да, там вот любой шаг, он может оказаться для депутата... Да, все выверено. Таким и была реакция потом. Да, была реакция, пыталась даже восторжествовать реакция, но как бы это все достаточно, ну, честно говоря, жалко выглядело. То есть вот лидеры фракции, оказавшихся ну, как бы вне этой коалиции, Наталья Начерян, оппозиционный блок, она и так не особо сильный оратор, может, она орговик, организатор с опытом, но оратор нет. Ну и боец, конечно, с Барской, но они были обе в шоке. Начерян, конечно, они сыпали этими жупелами, объявление предателей, хотя в соглашении коалиционном там же подчеркнуто, что не менять стороны, не будут менять базовых идеологических позиций. То есть я понимаю, что регионалы останутся и энтимологами, и чуть-чуть приватненными, но на уровне городского хозяйства, типа, мне не... Да, это не очень комфортно, но я не понимаю, что у них было, когда они избирались в программное требование не вступать, что им в крысу вступать в коалицию с Филатом, не вступать ни под каким... То есть, на самом деле, это диалогия все манипуляция. Диалогия партии регионов. И что касается Екатерины Сбарской, вот, фракции УКРОПа, да не обижу я Загида Геннадьевича, но лидера фракции УКРОПа, вот, она же там, да, возглавляет Сбарская. Она, в принципе, да, боец, вот, она обычно боец, но у нее какая задача? Вот, вы успеть на камеру пассионарно, хоть трава не расти, но выпалить достаточно собрано, достаточно пассионарно. Вот лозунги, там, трудовой народ, как громадская сила, там, и Краснова, за бюджетников, за трудовой народ, я об этом говорил. Но она опытная, верная, как бы, это тоже дорогого стоит. Но тут они оба были достаточно беспомощным. Я хочу посмотреть, понятно, пошли сразу обвинения, но за которые можно и в суд подать, со ссылкой на социальные сети. 100 тысяч долларов. И 3 тысячи в месяц. Да, 3 тысячи в месяц и так далее. Вот давайте посмотрим реакцию журналистов, ну, даже журналиста на вот это вот, ну, обвинение. Она очень показательна. Очень да, корот... есть у нас видео. Да, короткое видео. Эти люди продались единоразово за 100 тысяч долларов. По 3 тысячи долларов. Такая, да.
достаточно это было жалко смотрелось. Прокомментировать эту историю, потому что, ну, на самом деле, я не собираюсь вешать ярлыки, как мои коллеги по городскому совету, но в общем-то... Потому что ты математик же. Да, нет, но я смотрю, что на самом деле вот эта система... Да, вешать будем потом, как... Система двойных стандартов, ну, по сути дела, если там возникает такой термин, там, тушки, да, то есть это предполагается, что люди, которые в, ну, вошли в, там, в составе какой-то фракции, вдруг пренебрегают интересами своей фракции и голосуют по каким-то другим мотивам, может, даже самому себе. Но мы же понимаем, с чего началось все. Мы помним, что для того, чтобы было голосование за Краснова, как за депутата городского совета, был человек, который шел в одних демократических, так сказать, силах. В БПП, давай назовем. Ну, Шикуленко, да? Да. А потом, значит, как этого человека назвать и какая там была цена вопроса, мы не знаем. Но на самом деле прецедент был создан еще тогда. И вот сейчас, вот сессия прошла, мы о ней еще поговорим, но в адрес этой сессии много, ну, как бы, упреков, что она не совсем правильная, что-то там не 20 дней не висело, но вешать будем потом, как говорит Генин. Это Филатов так говорит. Ну, вот этот подход, вот, а вы как, мы так, а вы как, на самом деле, вот эта сессия, которая прошла, ну, по сравнению с той сессией выездной в АНД-районе, ну, это было там образцовое заседание Организации Объединенных Наций. То есть это было в городском совете, там был мэр. И, в общем-то, все как бы было по правилам, но мало того, в общем, предполагается, что это будет еще висеть 20 дней, потом это еще раз проголосуется, это будет проголосовано до тех пор, пока это не будет признано абсолютно законом. Висит на заборе, колышется ветром. Вот тут по этому поводу вопрос нам телезритель Иван Васючков пишет. Как вы считаете, кто в опоблоке больше тушки? Те, кто вошли в состав коалиции, или те, кто по велению Вилкула стушевался и прогуливает сессии? Я думаю, что это вот горожане будут решать, кто в оппозиции городу, а кто в оппозиции там. Ну, каким образом будут решать, я вот я не думаю, понимаю, что это ничего слова. Не, я вот еще ничего не закончилось, но еще больше уверен, что все-таки началось. Горсовет заработает, я практически давайте уверен, заживет. Давайте сейчас, им. Да, кое-кто поговорим. В горсовете точно заработает. Да, вот я предлагаю еще звоночек зрителя, сейчас быстренько слушаем, и мы, у нас большая тема о сегодняшней сессии. Еще Барская, наверное, называется. Не знаю, кто звонит. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Хорошо, что закончилось противостояние ради людей, ради города. Это давно нужно было прекратить, объединиться. Не просто было по блоку переступить через себя, пойти навстречу укропу и наоборот укропу. Но ради людей, поэтому люди на каждом углу, если просто говорить, обсуждают, люди довольны и поддерживают. Спасибо. Все-таки тема выше Ди Каприо. Скажешь, что точно заряженный звонок. Как-то так гладко. Почему? Никакого наезда. Искренность была, все чувствовалось у человека. Не, ну действительно, большинство горожан... И долго ждал человека. Да, но им вот эти все, вот эти дела, им как бы... Я избегаю слова стабильность, но на самом-то деле ее в хорошем смысле, очищенном же, как бы... Историческое событие. Сессия прошла, да, и оказалось, что уже 36 было. Да, про сессию что? 36 человек уже, ну вот, вошло... Вот по-прежнему никого не волнует вопрос, где остальные? Половина на работе, остальные не ходят, знаю, что, и ничего, например, им за это не случается. Депутат Мишалов, который примкнул... Заболел, да? Да, у него там уважительная, ну, хорошо, причина. Там очень, на самом деле, там одна из депутаток, которая вошла перед этим, потом она вышла, но вместо нее... Потом не вошла. Да, давай называешь фамилию. А ты будешь называть фамилию, а я буду говорить. Мы с этими людьми еще работаем. А зато вместо нее вошло два новых, то есть, ну, как бы... Вишневец и Царенко. Это вместо, да, Пилипенко? Нет, вместо Степанян. Степанян. А может, не вместо? Может, Степанян заблудилась, да, и еще. Ну, то, короче, поймет, говоря, такое движение, ну, то есть, что вот уже 30... То есть вот с вами там не проводят никакую работу? Как входить в горсовет? А, нет, как выходить? Вот я прошу прощения за деликатную подробность. У депутатов сегодня, которые находились, была самая большая проблема – это посетить места общественного пользования. Потому что... Много было людей. Нет, нельзя было выйти там, где туалеты. А все заблокировано. Не знаю, горшки не выдают. Мне один советник городского головы по культуре рассказывал, что его все-таки ОМОН вывел
показал, куда, но там через одну туалет? Пожарную нет, лестницу, ну, да, да. Ну, советник, советник городского культуры. Это потому, что по культуре. Да, да, у депутатов таких возможностей не было. Эх, жалко, нельзя. 36 человек в полном составе проигнорировала сессию «Громадская сила». Почему 36? Меньше. Сегодня было 36. 36 было, остальные, да, по каким-то там причинам. «Громадской силы» не было, остального ОПА-блока, я не знаю, как это правильно назвать там. Части. Части, большей через которую части. Переступила другая часть. Не было, да, и был один Криворожская часть. Из давайте БПП. Назвать эту часть, да, Криворожская, один, а это наша Днепропетровская. Да, и Дмитрий Хозин, представитель БПП, он тоже как бы... Ну, БПП же тоже никак себе цену не сложит. Вот. Ну и вот все случилось. Смотрите, система не работала, электронное голосование. Ничего, никто вставали, не умер, все вставали, руками за, голосовали. Да, да, не, да, и все говорили случилось. Фамилию, я такой-то, я ну, за. Ну, самая большая претензия была у тех, кто отсутствовал. В частности, Краснов Загид прокомментировал. Что, недоволен? То, что не было у него документов заранее перед сессией, не было опубликовано нигде, не было представлено им на рассмотрение. И вообще Филатов читал с телефона. А? Что скажете, депутат? Я скажу, что... Вы тоже с телефона все читаете? Я с телевизора. Нет, на самом деле были сложности. Они связаны с тем, что вот эти информационные всякие ресурсы, в том числе там сервер, ну еще что-то, там контролируют. Ну, Александр Санжара сказал, что экономия бумаги. Нет, там еще жестяк. На самом деле, я скажу честно, что вот эти материалы, они были разосланы по электронной почте, и была возможность... Знакомиться. Ну, как бы, да, 20 дней это там не висело, ну, еще повисит. Раньше бывало все за 20 дней, регулярно. Да, всегда. Ну, особенно вот в АНД, там, мы же помним, как все там было. Видите, мы все равно возвращаемся к этому, вот, а вы как, да, вот вы так, а вы вот, а вы как действовали. Период первоначального, но толчка какого-то. Это диалектика. Это демократия. Да. Ну и вот большое внимание журналистов и большое недовольство, конечно, сегодня было о том, что не всем так легко было зайти, как раньше. Требовали аккредитации. Это нелегкая работа журналистика. Я не вижу ничего страшного в возможности аккредитоваться. Лена, ничего, но там некоторые с аккредитацией было трудно войти, потому что же много было там типа общественных активистов, много было коммерческих активистов, много было искренних людей, но как бы уж слишком замороченных. Вот... Но я думаю, что есть косяки в организации вот, пресс-службы. Ну, наверное, есть, это же стоит как-то косяков списать на первый много. Раз. Ну что, ну... Жень, а немного вообще общественных активистов участвует в работе сессии? Вот у меня сложилось впечатление, слишком много желающих следить. Я, ты понимаешь, сейчас сказать, а подписать, это же у нас же как бы демократия. По мне так как бы много, потому что, ну, я эту все-таки кухню достаточно много с майдановских. Я никогда не думал, что меня будут так тетровать. Я как бы не считаю себя главным и вообще там активистом. Я вообще как обыватель этих трудов. Кто-то есть, ну, просто, ну, человек, ну, это же, наверное, неэтично. Но, в конце концов, я частное лицо, и я могу сказать, ну, кто-то просто, ну, коммерчески заинтересован, кто-то, большая часть действительно искренние, вот люди, у них разные взгляды, разные подходы, но они искренние люди. Но когда я смотрю на некоторых, мне кажется, что вот многим необходим принудительный секс, может быть, даже как-то законодательно, я не знаю, ну, как мера пресечения, может быть, общественной активности. Угу. Мне кажется, что она... А может, просто общественные работы? А мне другое... Уборки улиц там или... Не, ну, я предлагаю все-таки более фэншуйный вариант. Вот какой-то. Надо думать об интересах города. Их очень много, и, к сожалению, но меня больше, чем вот в отношении городских сумасшедших, скажу жестко, но я так как называю, больше волнует раздрай среди действительно людей Майдана, людей, в общем-то, с одинаковыми базовыми ценностями. Кто-то из них, оказывается, хотел ларек все-таки. Угу. И очень расстроился и обиделся. И вот такая... а есть просто люди, вот не понимают, устали. Вот устали. Угу. Но активистов у нас много. И это хорошо, и когда это конструктивно. Ну, я думаю, что это еще такое вот желание все-таки проследить за скандалом, потому что, ну, я уверена, может, я ошибаюсь, конечно, но когда будни и когда какие-то рядовые вопросы, ну, там немного... Ну, действительно, ну, надо работать, ну, там действительно с этим воплем, клакой, бабушки там приходящие, я уважаю как бы старость и сам надеюсь быть долго старым и здоровым, но, в принципе, оно же видно, оно уже опытное, уже не мальчики, уже видно, кто... В конструктиве, кто нет. Звоночек слушаем. Да. Давайте, добрый вечер. Немного времени. Слушаем вас. Вопрос у зрителя. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Говорите. Алло. Да, да. Алло, вы слышите? Слышим вас, да, пожалуйста. Да. У меня есть такой вопрос. Я извиняюсь. Правильно говорю, неправильно. Я вас знаю, вижу. Получается, такой вопрос у нас. 23 февраля.
Это был праздник людей, которые 2 года отдали в свое время, ну, служили. Так, мы поняли. Этот. Да. Получается, наш праздник убрали. А 8 марта как? Роза Люксембург организовала этот праздник. Спасибо. Это декоммунизация, или как это назвать, не вы знаю. Хотите вот убрать? Вы хотите 8 марта у женщин отнять? Нет, не хочу я отнять. Наоборот, женщинам надо каждый день дарить цветы. Да. Я вот тут согласен. А Роза Люксембург, ну что уж. Ну, вот, грубо говоря, вот забрали у пацанов, вот те, которые были. А кто им мешает? Стоп, это был выход, это же не был выходной день. Кто им мешает собраться? Кто нам мешает пойти собраться? Как бы в ресторан Рио или куда-нибудь? Или... Это был день советской армии военно-морского. Ну, я к примеру, я недалеко от него живу, поэтому я его назвал. То есть ты уже рекламой занимаешься? Не, ну, никто же не запрещал праздновать. Что значит забрали? Вот этот синдром жертвы. Я считаю, что каждый мужчина с каждой женщиной должен решать этот вопрос индивидуально. Мы живем в другой стране. Процессом декоммунизации. Украина. Это день советская. Да. У нас своя уже армия, которая уже со своей историей, с Горькой и так далее. Ну, а отмечать в частном порядке, кто кому запрещает. Женя, к процессам декоммунизации отмена 8 марта относится или нет? Да фиг его знает. Отвечает Гельфинд. Ну, кто как хочет, на самом деле. То есть, я считаю, что столько этому уделяем внимание. Роза Люксембург тоже была женщина, в общем-то, там. И Клара Цеткин. Ну, там же подоплёк. Не, ну там еще более глубинная подоплёка, мы не будем туда зарываться. Давайте перед 8 марта поговорим на следующий. Да, что это мы вот о сессии. Насколько это победа? Вот Филатов написал у себя в Фейсбуке, что это победа. У тебя тоже был очень оптимистичный пост. Ну, Филатов горячий, конечно, но у нас мэр живой. Вот это мне как бы нравится, со своими ошибками и прочее. Я считаю, что на сегодняшний день в Днепре Суньзы победила просто Сунь. Вот Суньзы, как бы ни говорили про эти 100 тысяч и так далее. Суньзы – это древнее искусство войны, автор Суньзы, военачальник и правитель. Это древнейший такой вот китайский трактат, как вести, суть его вкратце, времени нету, как вести войну, стараясь избегать боевых действий, как бы и потерь. Потому что, то есть это и в армии там используется американская, это и Манер Гейм там свой время, ладно, не в этой, в спорте, вот, в юриспруденции и так далее. То есть диалектика силы и слабости, там верности и обмана, воинственности и миролюбия. То есть дипломатия, мобилизация, шпионаж. То есть идеально это победа без вступления в военные действия, разрушение союзов противника, ломать его стратегию. То есть все это как бы мы наблюдали. У нас как бы не война, но тем не менее. Но самое-то главное, то есть самое главное, что Сун Цзы подчеркивал, что война дорогое занятие, которое приносит убыток государству и бедствие народу. Вот, поэтому должна быть быстро и эффективно, и затем и негуманно по отношению к народу. То есть вот эти все приемы раскола там по блока и прочее, тут очень много действительно вот эта стратегия, это искусство войны. Мне горько произносить по отношению к городу, вот термин как бы война. Но, тем не менее, это достаточно была и красивая комбинация, как для кого-то это цинично не звучало. Но самое главное, я надеюсь, услышат как бы Филатов, и может быть некоторые депутаты услышат, которые там считают себя сегодня победителями. Сун Цзы, он говорил, что нельзя забывать о цели войны, сделать так, чтобы население процветало и было лояльно к правителю. Посмотрим. То есть я желаю в любом случае нам процветания. Я думаю, что сегодня первый шаг к трудному нашему процветанию, но сделан. Был и шпионаж. Я тоже за процветание. Шпионаж к подку был бы. Я не скажу на 100%, что не было. Я никого за руку не ловил. Это все элементы. Не мы эту войну начали. Ну, искусство, возможности договариваться проявили, да? Я просто хотел вспомнить опять. Вот я же говорил, что я учился на мехмате. Я вот играл в карты. Теорию игр я просто вспоминаю. А вот на самом деле есть такое понятие, как вот игры с нулевой суммой. И игры с ненулевой суммой. Что такое игра с нулевой суммой? Это когда кто-то выигрывает то, что проигрывает другой. То есть, например, там покер, понятно, это воровство, да? Вот тот, кто украл, значит, вот он украл столько, сколько украли у того. Вот это игра с нулевой суммой. Игра с ненулевой суммой, это когда, в принципе, например, торговля, да? Когда в результате каких-то, так сказать, действий игроков, каждая из сторон что-то выигрывает. Ну, в принципе, кто-то получает
Ну, то есть да. Краснов играл с нулевой суммой. Да, он играл. Это просто сейчас... люди привыкли играть с нулевой суммой, то, что победитель получает все, остальные просто курят. Поэтому я считаю, что вот, то есть, а вот о войне, то война это вообще там история, когда сумма уменьшается. То есть, ну вот в результате этих действий, ну, еще становится меньше то, что разыгрывается. Просто ведь город же думает о сумме бюджета, да, не хочется, чтобы она была нулевой, хочется, чтобы она какой-то была, поэтому мне кажется, что переход вот к другой, ну, скажем так, парадигме, извините меня за такое слово, что, в общем-то, надо уметь договариваться, надо уметь искать компромиссы. Он доказал, что вот те, кто умеют, те, значит, и получают... И получают. Да. Самопомощь. Да, вот самопомощь. Я просто хочу сказать, вот маленькая, гордая, я не хочу... Это ты меня цитируешь. Да, я цитирую гения. Маленькая, но гордая фраза. Мельникову понравилось. Вы же бабы. Я не хочу их хвалить, но я вот хочу отдать должное, а горсовет им точно отдал должное. Ну, наверное, отдал. Пять человек, а да, они получили секретаря и бюджетную комиссию. Хотя эта фракция там всего пять человек. Это говорит о том, что, в общем-то, они научились вот действовать именно вот в таких вот форматах. Гарик, давай будем посмотреть. Никто же никого... Женя, я говорю на сегодняшний момент. Женя, это игра. Она будет всегда. Я не подвожу итоги. Я просто, ну, после каждой раздачи люди что-то там... Ну, оптимистичные так, итоги все-таки зрителям есть. Просто, чтобы они не обижались. Дорогие друзья, много вопросов, и мы их видим, в том, и по Южмашу, и прочее. У нас получается сегодня типа... И по госпиталю спец, и по госпитале вопрос, есть да. у нас. По привокзальной площади. Да, просто задают тут люди вопросы. У нас сегодня как бы спецпрограмма, мы в следующий понедельник максимально постараемся. Надеюсь, уже пойдет скучный, рутинный процесс. И нам добавят еще 2-3 минуты, да? Да, сколько у нас еще? Вот давайте оптимистичный прогноз. На самом деле Борис Филатов пообещал, что через 2-3 дня, несколько дней появится у нас и бюджет. Уже наш мы можем, да. можем посмотреть проект, да. А бюджет повисит, комиссия там да, комиссия, будет рассматривать. Да. И будет на следующей сессии уже секретарь у нас. Нет, секретарь не будет, он будет вынесен. Будет обсужден. Да, кандидатура. Будет, да, кандидатура не будет. Голосование еще не будет. Один сегодня вынесен сегодня, а тот будет внесен. Мы уже все узнаем. А мне надо, чтобы когда останется время, я хотел сделать важное политическое заявление. Пожалуйста. А уже сейчас? Уже можно сейчас почти. Да? Хорошо, я хочу сделать важное политическое заявление, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. Значит, завтра же вроде типа как весна, да? Я уже боюсь с этим горсоветом. Будет ли весна? Нет, сегодня 29 февраля. Будет последний весна, день зимы. Полагаюсь. Я хочу, ну, в любом Везде случае, дорогу. У меня это зрело, и я делаю политическое линию. Я считаю, что эта зима недееспособна. Она себя исчерпала, и она должна уйти в отставку. Я поддерживаю скорейший роспуск цветов. Надеюсь, что и вы, мои коллеги. Ну и реформы там почек. Я присоединяюсь к голосам котов. То есть вот эти все дела, да. это вот такое вот у меня... Ну, поливать надо поливать, завтра 1 марта. Распустится, да. У кого-нибудь есть еще политические это заявления? Это даже лучше, чем 8 марта. Я тоже коллеги. Хочу сделать вам предложение. Да. Сегодня ох. Такой день, 29 февраля. Ты же замужем. Я же не об этом совершенно. По старой ирландской традиции, именно 29 февраля, раз в 4 года, женщина имеет право делать предложение мужчине. Я сразу обоим мужчинам... Мы готовы, мы открыты к любым предложениям. Сделаем предложение. Давайте доживем до следующего понедельника весело, по-весеннему. А давайте будем действительно сажать цветы, деревья. Ну, если уже некого больше сажать в этом городе, давайте будем. Ну, это предложение принимается, конечно. И обсудим все вопросы перед 8 марта. 100 тысяч долларов и по 3 тысячи долларов. Да не было там этих денег, я в курсе. Это вы мне? Не, хорошая Лена, как можно устоять? Перед старинной ирландской традицией. На таком, такой день и на таком ми-ми-ми заканчиваем. Такой, нет, я... Мы начинали жестко. Да, жестко. День на самом деле не очень плохой. Я не знаю, это громкое слово, историческая сессия. Но это один из таких понедельников, до которых стоило дожить. Давайте, да, посмотрим. Может быть, это действительно будет историческое событие. В любом случае, поезд пошел. Конечно, будут еще как диверсии на рельсах. Но, а может, все-таки договорятся окончательно и так далее. В любом случае, это наш город. И те, кто не вошел в коалицию, тоже. И об этом надо помнить. Доживем до понедельника, может, еще кто-то куда-то примкнет и войдет. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо, что вы с нами. И спасибо за вопросы. Доживем до понедельника. Оставайтесь на 9 канале. До свидания. Пока. Всего доброго. Пока.
Костю. Костя, вы же ведущий. Вы же хозяева. Вы же хозяева. Со мной два хозяина.